Что же нужно человеку с ограниченными возможностями? Как я сам являюсь одним из них, я вам скажу, чтобы он почувствовал себя значимым. И вот этот шанс участвовать в международных соревнованиях дает ему дополнительный стимул к жизни. Паралимпийский спорт в Азербайджане очень и очень доступный для людей с ограниченными возможностями. Нам удалось вырастить 7 паралимпийских чемпионов, двое из которых являются двукратными паралимпийскими чемпионами. Если говорят инклюзивное обучение, то наши паралимпийские спортсмены не тренируются между собой, они тренируются с олимпийскими спортсменами. Я считаю, что нужно сделать доступный мир для людей с ограниченными возможностями. И тогда все виды деятельности, все виды искусства будут так же сильно развиваться, как паралимпийский спорт.